содержится в камерах 4 человека, один по статье 91. Для прокурорской проверки инспектора сопровождают сотрудники полиции. В изоляторе содержат подозреваемых в уголовных преступлениях. Здесь они дожидаются суда. Задача прокурора – проверить условия в камерах и при наличии жалоб принять меры. Статья 158, часть 2, часть 3. Жалобы имеются на содержание здоровья? Нет, сижу здоровый, все хорошо. В этом году, 12 января, российская прокуратура празднует 300-летний юбилей. Ежедневно ее сотрудники следят за соблюдением прав граждан. Один из основных направлений деятельности является ежедневная проверка камер административно задержанных и изолятора времени содержания в МВД России по городскому Крухимке. В ходе выявления нарушений городской прокуратуры незамедлительно вносятся акты прокурорского реагирования. Под контроль прокуратуры попадает не только деятельность МВД, но и самые разные сферы жизни города – от ЖКХ до экономических преступлений. Есть здесь и свои профессиональные династии. Родители служили в правоохранительных органах, отдали им 20 лет. Оба сейчас являются пенсионерами. Всю жизнь росла в этой структуре, системе. Изначально родители учили то, что необходимо защищать младших, необходимо им помогать. Самое важное в нашей работе – это, конечно же, помогать гражданам в защиту интересов их прав. Только за прошлый год сотрудники городской прокуратуры защитили права более 7 тысяч химчан. Одним из важных направлений прокурорской работы остается поддержание государственного обвинения в суде. Самое сложное – это эмоции. Эмоции, которые ты проявляешь по отношению к близким именно подсудимого. Потому что зачастую приходят родственники – это престарелые бабушки, мамы, папы. Естественно, да, для них подсудимый или подсудимый – это их ребенок, их кровинушка, им его будет жалко. Но закон, он един для всех. Поэтому в данном случае, да, как бы человек не просил, не плакал, что бы нам ни говорил, здесь надо быть хладнокровным и оценивать все то, что непосредственно произошло. Коллектив Химкинской городской прокуратуры становится на защиту прав многодетных семей, несовершеннолетних, участников долевого строительства и инвалидов. В каждом случае прокуроры добиваются устранения нарушения закона.